Характеристика Виктору Савченко, то есть мне. На часах еще лишь 5:20. Темнота, покой, деревня досыпает. Притаился лагерь, стан совсем затих. Но на кухне огонек уже сияет. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Столько лет он здесь трудился до темна. Только раз распрягся, шею рассупонил. Тем и держится, что холост не женат. Все на нем дрова, вода и даже кони. Без него нам будет амба и каюк. Песни некому на музыку наставить. Струны сердца в такт мелодии поют. Настроением книгу нотную листает. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Тестомес он, хлебопекарь дармовой. Печи русские пылают, страшно взглянуть. Он в очках с дубиной спит под головой. Для угрозы нападающим и пьяным баню нужно истопить, детей помыть. Огород скопать посадкой и прополка. На духовное нет времени лимит. То дрова добыть в садах и по околкам. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Спорщик знатный и упрямый, как осел. Размочалил все молитвой и постом. Стал чтецом, немало книг святых прочел. Проповедовать старается притом. На апостольском служении он гений. Без запинки путь короткий избирает. Вся опасность, если батюшка вдруг женит. Ах, какого лагерь стан вала теряет. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает.